Доброе утро всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 20 апреля 2023 года. Сегодняшняя ночь в Одессе, к большому удивлению, слава богу, прошла спокойно. За всю ночь не было ни одной воздушной тревоги, в городе не звучало никаких взрывов, за область тоже ничего не сообщали. И по информации, которая известна на сегодняшнее утро, ни в Одессе, ни в Одесской области за прошедшую ночь прилетов нет. Непонятная ситуация произошла примерно в половине 12 ночи. Я перед этим опубликовал видео по поводу того, что в городе звучат взрывы. Вот, относительно данных взрывов поступала информация о том, что это планово работают наши. Но потом где-то в половине 12 прогремел достаточно сильный взрыв. Вот, и значит, один источник информации сообщил о том, что это был гром у нас, потому что у нас вчера практически целый день шел дождь. Другой источник информации сообщил о том, что что-то сбили над морем. Я лично считаю, что если бы был гром, то он бы одноразово не мог бы быть, да, то есть это повторялось бы. Вот. А значит, звук был похож вот такой, как вот позавчера что-то сбивали. То есть что-то летит, потом что-то сбивается, вот такой, как прогудело, а потом бахнуло. Я не знаю, что это было. Официальная информация по этому поводу никакая не появлялась. Вот. Но было очень громко, я вам скажу так. Ну и плюс вчера вечером поступала информация о том, что на Днепр летели шахеды, там работала ПВО, были сбития. По поводу прилетов информация не поступала, но в связи с тем, что на Днепр летели шахеды, я думал, что и на наш регион может атака повториться. Но, слава богу, ночью все было тихо и спокойно. Всем желаю хорошего дня, мирного неба над головой. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. До встречи, всем пока.